Привет, ребят, с вами снова я, Эмили Мил. И сегодня мы снова поиграем в игру, которая называется Ideal Streamer, что в переводе идеальный стример. Я, короче, за кадром поднабрал полтора почти лямчика долларов, поэтому сейчас вообще могу купить что угодно. Первым делом я, конечно же, прокачаю компьютер, как без этого. Компьютер прокачал. Клавиатуру прокачаю, новую поставлю. Мышку. Чтобы как бы стримы получше были. Наушники, чтобы я лучше слышал игру. Осознавал. Как бы стул, а то на чем я вообще сижу. Как бы. На этом не должен сидеть идеал стример. Веб-камеру погнали, вебка новая. Че, еще раз стульчик качать? А чё, не хватает? Окей, будем майнить. Сколько там надо? Я там рекламу не хотел. Так, ну ладно, у нас сейчас будет 19 уровень. Там не хватает еще. Не надо мне, господи. Ладно, давайте ответим чату пока. С каждым стримом все круче. Окей, спасибо, спасибо. Андуши, контент с каждым стримом все круче. Пошел ты. Так, ну один раз там плохой комментарий, поэтому я спокойно могу прокликать. Так, надеюсь, хоть час мне... Сейчас типа не хватает. Чего? Я, ребят, быстренько перезайду. Так, ребят, я перезашел, вроде все должно быть нормально. И мне на стул все еще не хватает. Чего я нарисовать? Так, ребят, я вроде разобрался. У меня, короче, новый стульчак. Так, я хочу принять участие, как бы, потому что здесь денег намного больше зарабатывается. Погнали, погнали зарабатывать. Кстати, простите, что так долго не было новых роликов. Просто, ребят, 4 класс, сами понимаете, учеба там, учеба здесь, учеба везде, так что без роликов. Я сейчас вот записываю этот ролик 21:39. Мне через 20 минут спать ложиться и дрить платить. Ну, записываю, записываю. Ребята, я, короче, я понял. Мы, короче, теперь, ребята, начинаем все сначала, все с нуля. А можем опять... Блин, ребята, я немного... Короче, мы прошли эту игру один раз... И теперь, короче, еще раз мы эту игру проходим. Все типа, ребят, заново. И так будет постоянно, ё-моё. Мы, короче, будем вот так постепенно заново проходить игру. Ну, понятно, ребят, короче, понятненько. Обидно, конечно, я туда-сюда намонатыкивал, господи, ребят. И вот, вот так вот. Но зато теперь у меня денег x4. За кнопку. Пофиг. Давайте хоть нормальную мышку купим. Прокачаемся. А, тут все x4 быстрее уровни набирать. Принять участие сразу. Ну, да. Уже 136 монет зарабатываю. Уже 5 уровень. Подлизывается эта игра, походу. Я не понял. Так, давайте сразу системник. Хороший компьютер, я офигел от твоего конта. Шумит, офигеть, не играть можно. Да не шумит, нормальный комп отстань. У тебя и не такой. У тебя и такого нет. Как я это сейчас с вами подпишу. Так, монитор прокачали. Что, мышку прокачал, наушники нормально, давайте. Клавиатуру нормальную, давайте. Стул нормальный, давайте. Что, нам хватает? Богато же. А хотя не так уж и богато. Ладно, погнали, пока у меня есть деньги x2, 2 минутки еще осталось. Надо, короче, пользоваться, ребят. Так, сейчас. Ой, куда я монитор-то качаю? Вебкамка. Микрофон осталось качнуть. Просто слышно меня, как ежопы, наверное. И там, и здесь, так что надо качнуть. Так, 20к. Все, микрофон тоже качнули. Ладно, пофиг. Чё я там? Постеры? 4К. Ещё постер. А, грибочек.
Одобряю. Так, ну ладно. О, еще раз прокачиваемся. Это уже какой? Это был 7-й уровень. Уровень. 7-й уровень, ё-моё. Так, мышку новую покупаем. Я должен довести все до идеала. Сначала до идеала доводим мышку. Я доведу ее до идеала. Так, погнали, специалист. Да, я специалист в области игр. Дайте мне плохой комментарий, чтобы дальше я просто прокликал все хорошие. И как бы под самый последний игрочковый зон. Чё, мы не обижаемся. Мышку еще раз скачнем. А тут там этот дурацкий цвет. Морской волны. Ну, девчачий какой-то. Пофиг. Погнали, у меня еще 30 секунд, можно прямо тыкать. Я, ребят, накликал последние секунды. Так, пофиг, короче. Я пока тут ничего сделал. У меня уже, кстати, 10-й. Мне пофиг, вообще. На что там отвечать хоть? Ладно. Сколько мне осталось? Я скоро еще там x8, а в конце x30 бабла. Накачать карьеру, культовая личность. Здесь я был просто популярный блогер, ну типа... Мы типа создали новый канал, ребят. Все сначала. Ну типа, короче, вот мы начали, ну, в первой части этой игры, когда я снимал ее, мы типа были, ну как я сейчас, популярны. А потом у нас стартовый капитал как у А4. Потом, например, как у Эдисона, а потом как у Моргенштерна. Вот так вот. Так что, ребят, поддержите меня подписочкой. И тогда мой капитал будет больше. Мама сказала, на 600 подписчиков я тебе рекламу куплю. Давайте наберем 600 подписчиков, она мне рекламку купит, понимаю. Это мы уважаем. Так. На вопросики. Ну, дайте мне... Вот. Дальше можно просто протыкать. Просто вот. Да, все, погнали, столько. Погнали, сейчас натыкаем. Там, наверное... О! Ах, зараза, стягивает с меня бабло. Ну ладно, что. Пофиг, 6К что купил? Что я купил вообще? Ладно, пофиг. Нам главное купить. А что это уже там, вот это самое неизвестное. Погнали. Ненадолго. А не, знаете, ненадолго. Секунда прошла, 12 уровень. И вот так вот. Вот сейчас огонь чисто мышку у нас. Огонь. Подпишись на мой канал, нет. Ладно, ребят, вот все, кто на меня подписывается, я на них подписываюсь. Так что на меня это как бы не грех подписаться. У меня уже на мышке 15 уровень, на всего остального. Оба. Монитор. Шалява. Ова. А, все, денег не хватает. Свеж. 110К награды, е-мое. Это же я неделю на это жить смогу. Погнали! Не, ну реально, я на это неделю жить смогу. Оба. Ну как неделю? Год. Если буду экономен. А так нормально. О, ответочка чату. Пожалуйста, вот я всегда молюсь, чтобы первый... Ууу, так хорошо прямо, когда первые комментарии плохие, потому что дальше будут только хорошие. 180, а нет, это если бы я рекламу посмотрел, 180 тысяч, это либо... А сейчас будет 14 уровень, да, все верно, 132К. Вот на это я реально год смогу без проблем прожить. Оба новую вебку давайте поставим. Я, о, новый комп. Нормально. Щалево. Дальше будем прокачивать только этот...
Надо быстро тыкать, пока могу. Оба. Надо, я хочу себе на новом, эту, на новый комп там натыкать. И на новую мышку. По 500к. Ой, 500 тысяч. Это, два клика, это уже косарь, считай, нормально. 100 кликов, это уже 50к, нормально. 10 секунд кликать осталось, надо как можно больше накликать. Как можно больше, ребят. Все закончилось. Теперь только деньги. Я хоть новый уровень получил, бабла подзаработал. Ну, о, отвечаем чату. Первый плохой, нет. Второй плохой, третий. Ой, куда я поставил вот это самое? А сейчас я уже боюсь, вдруг сейчас это плохое. Я зарплату не получил. Опять меня деньги стягивают. Пофиг, буду тыкать. Ребята, короче, вот все, что я накликал за это время. И, конечно, все я спущу на новую мышку, конечно. И, ребят, надо что-то другое. Компудахтер. Маник. Монитор. Это самые уши. Наши уши. Ушки, стульчик. Ты реально на каком-то говне сижу. Микрофончик. Так. Веб-камеру. Привет из Смоленска. О, привет из Балаково. Не прикалывайте. Ё-моё. Так. Давайте прокачаем. Ребят, я думаю, на этом будем заканчивать. С вами был я, Эмили Мил. Всем удачи, всем пока-пока. Вообще, Мил 8, ну ладно.